Сейчас Руслану будем помогать открывать карту побыта. Это ваш временный вид на жительство, и он вам дает право перемещаться по Европе. Ты готов к подаче? Да. 3-4 месяца, и карта побыта у вас уже на руках. Друзья, всем привет! С вами Антон, HR On Group. Мы находимся в Варшаве. С нами Руслан. Сейчас Руслану будем помогать открывать карту побыта. Руслан, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Я из Кыргызстана, из города Бишкек. В Варшаве нахожусь уже около 4 месяцев. Ребята помогли мне найти вакансию очень отличную, с отличной заработной платой. Расскажи нам, как тебе тяжело, не тяжело работать, как тебе нравится, сколько часов в день ты работаешь, сколько часов в неделю. Вакансия очень престижная, с хорошей заработной платой. График обычно состоит в неделе работы 5-6 дней. В зависимости от человека, если он хочет дополнительно подзаработать. Коллектив очень дружелюбный, в основном русскоязычные, очень атмосферно, интересная работа. Скажи, пожалуйста, какие документы ты готовил со своей стороны? С моей стороны, ребята попросили подготовить это 4 фотографии, 3,5 на 4,5, и страховку. А остальные документы помогли ребята, там... В основном только вот эти 2 документа я собирал. Трудовой договор мы уже тебе его давали, он уже у тебя есть. Естественно, это с нашей стороны, да, друзья. Он вам нужен будет. Также нужен будет номер песеля, который у Руслана уже есть, и который мы открывали ему, когда он только приехал. Когда Руслан на 2-м месте переехал, он заключил договор об аренде жилья. И этот договор мы тоже прикладываем в карту побыта. В общем... Пакет документов – это фотографии, страховка, договор об аренде жилья, договор приглашения на работу с нашей стороны и страховка. Надеюсь, я ничего не упустил. Руслан, ты готов к подаче? Да. Расскажи, пожалуйста, как все прошло? Прошло вроде бы нормально, как мне кажется. Все документы были в порядке, все, ни к чему не предъявили. То есть сказали, ничего не надо носить, все отлично, все хорошо. Дали вот такую вот бумажку. Отлично, отлично. Так, покажи нам, расскажи немножко, что в этой бумажке. Бумажки данные, сказали... Ответ придет в течение 3 месяцев. Как правило, да, статус рассмотрения занимает 3-4 месяца, и карта побыта у вас уже на руках при условии, что все правила соблюдены. А основные факторы, которые вам надо знать, когда вам поставят штамп, если у вас нет действующей визы, и вам поставят красный штамп в паспорт, что вы не можете путешествовать по Европе. Но как только вы получаете карту побыта, вы уже можете ездить по Европе, можете ездить домой, куда вам удобно. Это ваш временный вид на жительство, и он вам дает право перемещаться по Европе. Также, если вы хотите потом поменять профессию или поехать в другую страну поработать в командировку, мы помогаем вам открыть командировочные листы, отправляем вас на 3 месяца на контракт. У нас есть очень хорошие вакансии в Швеции, в Норвегии. Так что, друзья, переходите на наш сайт, оставляйте нам заявки, и мы с радостью вам поможем. Руслан, давай тогда, пожалуйста, еще пожелания от тебя нашим ребятам, подписчикам. Главное, наверное, не бояться трудностей. Благодаря ребятам, они помогли с документами, получается, это легко смог переехать, найти работу. В принципе, я доволен. Советую ребят, попытайтесь, посмотрите. Спасибо тебе большое. Ждем результат и до новых встреч, правильно? Давай 5. Спасибо. Друзья, всем пока.